Коммунальщики взялись за чистоту города. После множества нареканий на грязь и мусор в Одессе городские власти предложили одесситам объединить усилия и выйти на субботник. Первая большая уборка после зимы с участием коммунальных служб уже прошла 4 марта. Об этом сообщили на аппаратном совещании. Задействовали более 30 единиц техники и свыше сотни рабочих. Следующий субботник планируют провести 11 марта. Присоединиться к уборке пригласили и жителей города. Начали очистку прибрежных склонов, въезда в город. Очень много еще работы, и, пользуясь случаем, приглашаем на эти субботники жителей города навести порядок возле своих прилегающих территорий, мест общего пользования, в парках, скверах. И другие наши структурные подразделения тоже планируете. Следующий субботник, 11 марта, будем дальше наводить порядок в городе.